Картина вторая. Макакуслик сидит в ловушке для крокодила и поет песню. Появляются Оранго и Танго. Замечают макакуслика, сидящего в ловушке для крокодила. Ловушкой служит мусорное ведро с педалью и захлопывающейся крышкой. Эй, ты! Ты чего это делаешь там в ловушке для крокодилов? Танго! Посмотри, наш босс таки поймал крокодила, и какого громадного! Да я не крокодил! А мы думали, что ты крокодил. Так что же ты там все-таки делаешь? Я наживкой работаю. Ну и много крокодилов на тебя клюнуло? Пока ни одного. Плохо работаешь. А ты пойди покажи, как надо. Ну, зачем же я буду у тебя хлеб отбивать? Кстати, где босс? Это тигрива, что ли? Купаться пошел с одной обезьяной. Понятно. Босс развлекается. Что ли, нам поразвлекаться, а Танго? Врубай. Обезьяны, обезьяны, день и ночь едят бананы. Не учиться, не работать, не нужно нам. Солнце всходит и заходит, дождь идет и ночь приходит. И на пальме постоянно растет банан. Понимаешь, что с чем связано, обезьяна не обязана.